обратите внимание, низ связывается мягкой тканевой лентой. Ну, а верх связываем так, чтобы удобно было рисовать. Здесь у нас 5 ножничка, чтобы все это было монолитом, чтобы кончики не расходились, все у нас в картоне. И обычно такие посылки нормально до адресата приходят. Кладем инструкцию о защите, вот как смешивать препараты, как правильно садить, блок поддержки. Все.